Дед, вставай. Посмотри, как мало осталось твоих в этом честном строю. Дед, вставай. Через 10 годков, что за лица увидят мои дети 9 мая? Кем будут гордиться? Ты не встанешь, я знаю. Но я пронесу твою честь. Ведь я твоя кровь. Ведь я твоя память. Война священная, война народная, и память о ней народная. Такого единства не было никогда. Более сотен тысяч городов по всему миру принимают участие в акции «Бессмертный полк». Это еще одна победа. Победа над временем и забытьем. В едином строю шагают орловчане, дети, внуки и правнуки. Потомки участников Великой Отечественной. В летописи акции уже вписано сотни тысяч фамилий. И их число с каждым днем только растет. Летчики и танкисты, снайперы и генералы здесь не считают количество звезд на погонах. Отдают дань уважения тем, кто подарил нам чистое и мирное небо. Они, герои-освободители, на фотографиях молодые, в гимнастерках, с горящим взглядом. У него два ордена. Орден Красной Звезды, орден Отечественной войны первой степени, также медаль за отвагу и еще много других ценных наград. Память о своем дедушке Ефиме Алексеевиче, который героически оборонял Могилев в течение месяца боев. Они не сдали город. Я горжусь своим прадедушкой и всеми теми людьми, которые отстояли победу. Если когда-то в быту, говоря о праздновании 9 мая, мы спрашивали друг у друга, а ты салют видел, то скоро, и слава богу, мы будем друг у друга спрашивать, а ты на бессмертный полк ходил? Отец 18 лет ушел воевать. Вот. Буквально через несколько месяцев получил первую свою боевую награду. Это за отвагу. Здесь у меня прадедушка Знаменский Евгений Васильевич. Он был командиром мотострелкового отряда. С чувством огромной гордости за нашу страну, за Орловщину. Смотрите, какое количество людей вышло. Вот я думаю, что по масштабности этого мероприятия «Бессмертного полка», я думаю, ни одна акция сегодня не может ее превзойти. Это, наверное, самое намоленное событие. Я вам откровенно хочу сказать, что вот такое единение второй год подряд мы видим в стране. Просто люди ждут этого момента, чтобы выйти с портретами, фотографиями своих дедов, прадедов, те, которые, чтобы показать их и отдать свою дань уважения их памяти. И я восхищен просто, понимаете, самой этой идеей, как она организована, и с каким вот именно трепетом, с каким нетерпением люди этого ждут. Они искренне этого ждут. Вот со мной вот сын мой, Владислав, жена Наталья. Они несут портреты. Сын несет портрет своего прадеда, Викентия Ивановича Потомского, который прошел войну всю. Они из Беларуси, с города Жодино. Он не просто дошел до Берлина, он закончил войну в Японии. Был летчиком-радистом в самолете П-2. Но вот орден Красной Звезды он получил за то, что в штыковом бою взял 4 немцев. Вот сам по себе очень был такой здоровый, сильный человек, прожил 75 лет. И всю жизнь, вот я с детства помню его рассказы, он с огромной ненавистью относился к фашизму. И его рассказы про войну я до сих пор помню. И портрет бабушки Надежды Михайловны Потомской. Она всю войну была в Беларуси звездой партизанского отряда. Поэтому очень скромная такая, настоящая бабушка такая, женщина, добрая, любила меня, понимаете. Это мое детство, понимаете. И ее рассказы. Это Беларусь, это Хатынь, это сожженная деревня. Это залитая кровью земля, как и Орловская область, Беларусь. Это наш братский народ, как и украинский народ, понимаете. И вот это вот, ну, вот просто переполняет. Понимаете? У многих, я думаю, даже слезы на глазах наворачиваются от такого мероприятия.
Каждый снимок – это боль и гордость семьи. В Орле почтить память и вспомнить подвиги героев пришли целыми поколениями. Взрослые дети, супружеские пары, подруги и друзья. Люди должны помнить, люди должны не забывать эту нашу жизнь. Ситников Иван Никитович, 25-го года рождения. В 43-м году после освобождения Курска был призван в ряды советской армии. С 43-го года по 46-й воевал, освобождал Киев, форсировал Днепр. Я считаю, что это один из самых сплачивающих праздников и шествий, которые единит всех вокруг нашей памяти. Наша память – это наша история. Обязательно детей приобщать к этому. Нет ни одной семьи, которая не была задета, да, во время войны. Мы это помним, ценим. И дай Бог, чтобы с каждым годом все больше и больше людей об этом помнили, потому что ветеранов становится все меньше. И, как говорится, начинают их немного забывать. И вот посмотрите, сколько же здесь молодежи, маленьких детей, в военной форме идут они. Это очень большой плюс для нашей страны. Маршируют в бессмертном полку первые лица города и области. Говорят, 9 мая именно тот день, когда эмоции скрыть невозможно. Александр Александрович, вы с какими чувствами здесь сегодня? С чувством гордости, с чувством трепета за подвиг своих предков. Я иду с фотографией своего дедушки, который воевал на краснознаменном Северном флоте. И, безусловно, это тот день, когда мы вспоминаем их подвиг. И делаем работу над своими ошибками, делаем выводы, которые нам дает история. Ваша семья присоединилась к акции сегодня? Да, конечно, вся семья. Только единственное, что дочь, супруга сейчас в Санкт-Петербурге, но тоже идут в бессмертном полку по Невскому проспекту. Бессмертный полк в День Победы – это, наверное, святая обязанность нас, нового поколения, поколения наших победителей, прийти и отдать дань чести, отдать дань памяти нашим прадедам, дедам, отцам. Сегодня чувство особой гордости, что мне сегодня выдалась такая возможность нести портрет своего родного деда, который погиб в 43-м году. И я думаю, что он сегодня смотрит на нас сверху, как и все ветераны, и гордятся, что потомки, ради которых они положили свои жизни, сегодня их чтят, помнят и гордятся. Сегодня это особенно важно, когда на Западе свою голову вновь поднимает фашизм и пытаются очернить нашу победу, преуменьшить роль Советского Союза, победы на Великой Отечественной войне. Но мы верны заветам своих предков, и сегодня подтверждением этого такое количество людей, которые пришли на акцию «Бессмертный полк». На фотографии мой двоюродный дед. Вот он из Орловской области, из Уриского района. Служил в конной армии, тогда же и конные войска были. Главным ветеринарным врачом, полковником. Мы сегодня с портретом моего дедушки, это отец моего отца, Валентин Иванович Бутусов, который ушел на, скажем, войну еще в 40-м году. Его мобилизовали на сборы и вернулся только в сентябре 45-го. Дошел до Берлина, был под Сталинградом и прошел, что называется, на себе, испытал все тяготы войны. Надо, чтобы потом и мои внуки не забыли об этом, чтобы эта ситуация не повторилась. Эта акция необходима, потому что мы должны помнить своих дедов, мы должны помнить своих отцов. Берлином погиб в 45-м году, 22 апреля 45-го года, и даже вот. Ну, а я
ветеран тыла войны 43-го, 53 года рабочий стаж. Вот иду, и муж пошел вперед, дочь перенесла. Тоже воевал, тоже до Берлина дошли. Вот теперь мы вдовы. Мы сегодня на бессмертном полку с портретом нашего дедушки Бехтера Анатолия Тихоновича, который воевал в Великую Отечественную войну и получил медаль за отвагу. Да, получил он ее в связи, он служил в разведке, и за то, что взял языка, он был награжден вот медалью за отвагу. Еще у нас здесь другой дедушка, Каплин Сергей Федорович, тоже награжден медалью за отвагу. И дедушка Красев Леонид Николаевич, и Беляева Нина Григорьевна, она награждена орденом Красной Звезды. Она была капитан медицинской службы, была хирургом военным на Ленинградском фронте. Новая война возможна, когда вырастет поколение, которое не знает ничего про прошлую войну. Вот то, что сегодня здесь огромное количество молодежи, детей, люди приходят с семьями, это прививка от того, чтобы у нас не было новой войны. Дети должны знать своих победителей в лицо. На мой взгляд, это самое главное. Мы должны помнить, какой ценой, какой кровью далась эта война. Какое количество людей погибло на этой земле ради того, чтобы мы жили в свободной стране, чтобы мы жили в единой стране. И когда идешь, вот вспоминаешь всех этих ветеранов, чувство гордости одолевает за нашу страну. Я несу портрет своего прапрадедушки Максима Горшкова Федора. Максима Горшкова. Он участвовал в первом налете на Берлин еще в 1941 году. Воевал у нас вот мой прадедушка Веркенко Петр Тимофеевич. Это мой прадедушка с прабабушкой. Прадедушка погиб под Селявинскими высотами, защищая Ленинград. Это мой отец. Он был демобилизован на срочную службу. Сразу, потом в Киевский округ, и как в песне «Киев бомбили», началась с него там война. Где практически у каждой семьи свой солдат бессмертного полка. Войну не забудут никогда. Акция «Бессмертный полк» – очередное тому подтверждение. Передать ее многотысячный масштаб камера может, а вот атмосферу лишь отчасти. Здесь и не нужно лишних слов, а скорее наоборот. Мы живы, потому что они победили. Они живы, потому что мы не забыли.